Сотрудники железной дороги пересели на ретро-автобусы. В северной столице прошел день безопасности на переездах. На севере города акция прошла в Дибунах, Песочном и возле Удельной. Здесь волонтеры вручали автомобилистам сувениры и памятки с правилами дорожного движения и выпускали в небо шарики красного цвета. Хотя переезд на Удельный можно назвать спокойным, в последнее время здесь не было никаких ЧП, водители постоянно нарушают правила. Они стараются еще в шахматном порядке обогнать по встрече и проехать. Бывает такое. Вот виадук, если то, и все. Вот это будет спасать. По всей Октябрьской железной дороге с начала года произошло уже 9 ДТП на переездах. В них пострадало 6 человек. За это время выписали 2500 штрафов за нарушение правил. Проезд на красный, обгон, выезд на встречную полосу. Все эти случаи потенциально тоже могли закончиться аварией. Мы также давали свои предложения по ужесточению наказания за нарушение правил при проезде через переезды. Вот, но пока это решение рассматривается. Потому что нарушение правил при проезде через переезды, оно приводит к тяжелым последствиям. Сейчас штраф за такие нарушения 5000 рублей. Сотрудники железной дороги предлагают увеличить его до 30 тысяч.